Всем привет! Сейчас хочу вам показать посылочку, которая пришла ко мне с сайта iHerb. Я уже открыла ее без вас. Надеюсь, что про этот сайт не нужно никому рассказывать, потому что он очень-очень известен. На этом сайте вы можете найти много продукции и косметики, и дополнительные продукты питания, как БАДы, и витамины, и для животных, и для дома, и продукты, там, которые можно использовать в запекании, ну и так далее. Можно пройти на этот сайт и посмотреть все, что там находится. Давайте сегодня приступим. Я хочу с вами поделиться и сказать уже какой-то свой отзыв по поводу того, что что-то я заказываю не первый раз, по поводу того, что ко мне пришло. Вот, значит, посылочка была небольшая, всего вот из 5, так сказать, продуктов, таких можно выразиться, да. И я начну с витаминов. Сейчас у нас осенняя пора, мы переходим в другой сезон, ну, уже практически так перешли. Вот, у нас, значит, есть, естественно, нехватка в организме каких-то витаминов, каких-то микроэлементов, минералов. Ну и так далее. Хочу поделиться с вами вот этим вот витамином, который я заказала для себя. Значит, премиум витаминс. Это супер мультивитамин, да, 120 кап таблеток. Здесь в таблетках. Я покажу сейчас, какие там есть таблетки, что там, каких размеров. Значит, немножко. Вот так вот, да. Это витамины премиум качества. Вот смотрите, какие здесь достаточно, ну, небольшие, средние размеры. Вот. Небольшие, средние размеры. Значит, как их нужно принимать? По 3 таблетки в день. Этот курс рассчитан на 1,5 месяца. Здесь в составе очень большой состав, достаточно здесь витамин А, и витамин С, Д, Е, К, категории В все витамины. Значит, здесь йод идет, цинк, медь. Ну, то есть очень-очень достаточно для организма витаминов здесь, и нормы, то есть получается практически все стопроцентные, да. Что касается кальция и магния, всегда в мультивитаминах там недостаточно суточной норме кальция и магния, поэтому всегда нужно дополнительно вот эти два направления кальция и магния пропивать, потому что, ну, в мультивитаминах редко встретишь, когда еще плюс там кальций хороший состав, хорошая форма и суточная норма, ну и также как бы магний. Что хочу сказать про эти витамины? Беру я их не первый раз, а уже второй. Когда я пропила их в прошлом году первый раз, я не поверила своим ощущениям. У меня было достаточно серьезная, так сказать, проблема с организмом. Мне долго не могли там поставить диагноз определенный, и как бы, как выяснилось, потом все, что связано с сосудами, с вегетативкой, все такое. Значит, что я могу сказать? Очень хорошо заряжает энергией. Здесь прям так и написано, в принципе, energy, где-то так, energizers, да. Вот видите, то есть как бы это все написано. Это растительные нутриенты и свежие суперфуды в этом составе. Считается, что вот этот единственный человек, дважды удостоенный Нобелевской премии, который создал этот комплекс витаминов. Потом он один из основателей современной молекулярной химии, молекулярной биологии. Ну и также он там сооснователь Института науки и медицины, то есть, ну, там все, очень много регалий, так сказать, у этого человека, который создал этот витамин.
Вот. И здесь рекомендуется, как я уже сказала, по 3 капсулы, по 3 таблетки в день надо пропивать. Это вот идет суточная норма. Ну, после завтрака я всегда пропиваю этот витамин и очень-очень им довольна. Я рекомендую, мой отзыв очень положительный. Я буду брать его еще раз. Хочу также купить непосредственно своей семье, мужу и своему сыну. Вот, потому что я чувствую, даже когда ты вроде бы уже все силы должны иссякнуть, и ты должна устать, а все равно у тебя есть где-то вот изне появляется энергия, и ты дальше действуешь. То есть дальше работаешь, дальше решаешь какие-то вопросы, там, не знаю. Вот, значит, ну, такие вот витаминки. Рекомендую, попробуйте. Вторые витамины, которые ко мне пришли, это касается мужчин. Это витамины на двоих. Мой муж пьет и мой сын, подросток, 14 лет. Значит, витамины называются Адам, компания Now. Компания Now достаточно зарекомендовала себя. Есть у них HP. Это проверка, да, то есть как бы... Здесь идут две капсулы, они достаточно большие. Вот здесь размер капсул показан. Достаточно большие. Вот. И на две вот эти вот капсулы, это у меня пьет две капсулы муж и одну капсулу ребенок. Ну, как бы наполовину. Здесь тоже состав очень-очень богатый и очень хороший. То есть тоже там витамин А, С и все-все-все, что можно. Даже есть Q10. Что немаловажно, да, редко встретишь вообще в витаминах. Вот. Ну, что говорит мой сын по поводу этих витаминов? Что тоже испытывает определенную энергетическую поддержку, потому что учеба занимает очень-очень много сил, и когда не хватает уже все, то есть как бы голова, когда отказывается думать, или когда не хватает каких-то там вот, ну, просто вот справляться там ситуациями, там по учебе, нагрузкам много задают, или там какая-то контрольная, или еще что-то, и чувствую, что все равно как-то вот, как второе дыхание открывается, и появляются силы. То есть ему эти витамины понравились, но в дальнейшем все равно я хочу, чтобы он еще вот эти вот когда попробовал. Значит, неплохие витамины, что здесь, ну, как бы для кого-то минус, для кого-то нет, это вот достаточно такая вот большая капсула, она похожа там на либо лецитин, в лецитине в основном такие капсулы, либо на омегу-3, ну, такая вот она, да, то есть, ну, кстати, вот эта форма, многие утверждают, что форма таких... В капсулах, когда мы пропиваем, это намного лучше, чем нежели в таблетках, потому что таблетка начинает растворяться сразу же в желудке, а капсулы, они достаточно, пока растворится вот эта оболочка капсулы, она пройдет желудок, пройдет все, весь проход, и вот уже в кишечнике, конечно, идет само растворение состава, который там есть, что это очень важно. Вот, значит, 90 здесь вот этих вот капсул, вообще рассчитано на тоже на полтора месяца, на 45 дней, но у нас получается на месяц у них будет, потому что по 2 это 60, и он по 1 90 на месяц. То есть у нас получается на месяц идет курс. Вот это такие вот витаминки. Хорошие очень витамины, тоже рекомендую для мужчин. Почему бы и нет. Дальше что пришло еще? Пришел вот такой вот кальций для моего сына. Я всегда заказываю кальций. Вот такой вот фирмы, не буду корявить язык. То есть достаточно хорошая фирма, уже испытанная и мной, и многими другими. Значит, кальций здесь форма цитрат и малат, но самая лучшая форма кальция, это, конечно же, у нас идет хилатная. И вот этой же фирмы есть такой же кальций хилатной формы, просто он не был в наличии, я заказала вот этот вот. Я его сейчас, как бы сказать, пасу, чтобы его поймать, положить в корзинку и заказать. Потому что очень хорошие хилатные формы вот этой фирмы кальций. Значит, что здесь мы имеем? Мы имеем 120 таблеток. Здесь в таблетках
120 таблеток, по 4 таблетки, так фокусируйся, по 4 таблетки, значит, суточная норма, получается курс 30 дней. Получается в 4 таблетках 1200 миллиграмм кальция. Мы пропиваем, ну, здесь рекомендуем от 1 до 4 таблеток, пишется, мы пропиваем на ночь мой ребенок пьет, там, за час, там, за полтора часа до сна, потому что ночью кальция усваивается лучше, и поэтому, как бы, соответственно, мы пропиваем этот кальций для того, что формирование идет, рост ребенка, чтобы это все у нас быстро идет рост, и поэтому не успевает организм, так сказать, перестраиваться, вот, и поэтому, соответственно, не хватает кальция. Когда не хватает кальция, могут возникнуть ряд многих вопросов, проблем, как и у подростков, как и у взрослых, мужчин и женщин. Вот, за этим, ну, как бы кальций – это, ну, как бы не одна из таких частей, которые неотъемлемы в нашей жизни, как кальций, так и магний. Ну, вы поймите правильно, что наше сердце бьется за счет тоже кальция. То есть, если у нас нехватка кальция в организме, а сердце должно биться, откуда будет убираться, ну, кальций будет употребляться? Из наших волос, из наших ногтей, костей и кожи, там, ну, так далее. То есть, понимаете, и, соответственно, кальций нужно обязательно употреблять как детям, так и взрослым. Неплохая вот эта вот форма, цитрат малат. Но лучше, конечно, хилат, неплохая. Самое главное, не карбонат, это очень плохая форма. Вот, значит, рекомендую этот кальций. Здесь, значит, идет у нас небольшие такие вот такие вот таблеточки. Пожалуйста. Ну, они небольшие, они хорошие, то есть спокойно ребенок пьет, то есть нормально. Вот, конечно же, можно дополнительно к этому там витамин D, там магний, чтобы хорошее было усвоение. Вообще рекомендовано, если хилатная форма, даже не нужно дополнительно ничего, потому что хилат усваивается на все 100%. Вот, но так как ему пропивают еще такие вот витаминки, здесь есть витамин D, достаточно хорошая дозировка на 2000. А на одну он пьет, и получается 500. То есть этого достаточно, чтобы усвоение было. Все вот такие вот он вещи сейчас у меня пропивает. Сейчас я еще жду новую посылку, там идет к нему лицетин, но когда она придет, я вам все тоже расскажу, покажу. Итак, дальше. Что вам хочу показать дальше? Дальше хочу показать, что ко мне пришло. Это вот две такие баночки. Это пришло для меня, я заказывала для себя. Вот еще вот эту баночку не вскрыла, не начала еще пить, потому что допивала этой же компании California Gold Nutrition, допивала коллаген 1-3 типа в таблетках. Буквально сегодня с утра выпил последнюю порцию, так сказать. Но потом я вам покажу это в пустых баночках. Значит, вот такая вот бадья большая. Большая бадья. Здесь у нас идет 464 грамма. Но глютеина, но сои, но ГМО, короче, все это отсутствует, все натуральное. Что мы здесь имеем? Коллаген 5000, мы имеем здесь гиалуроновую кислоту, уже витамин С плюс пептиды. То есть это рыбный коллаген, который очень-очень полезен тоже для нашей кожи, для всего. Если 1-3 типа, там идет говяжий, кажется, коллаген, он идет больше там суставы, хрящи, вот это все. Здесь больше, конечно, связано с красотой. И как бы, ну и, конечно, для организма тоже очень-очень полезен. Значит, здесь на одну порцию витамина С 90 грамм, гиалуроновой кислоты 60. Ну, в принципе, достаточно этого. Ну, хотя средняя норма считается 100 грамм суточно. Вот, витамина С вообще 60, ну, как бы все это в совокупности, все это даже хорошо. Вот эта вот бадья рассчитана на 3 месяца прием, курс 3 месяца. Вообще, как я пью коллаген? Я пью коллаген, то есть с утра мы встаем на голодный желудок, выпиваем, то ли это в таблетках, то ли это в порошке, здесь в порошке, мы выпиваем коллаген на голодный желудок, ждем 30-40 минут, и потом только начинаем принимать первый прием пищи, это завтрак, да?
То есть мы это все сделали, и, соответственно, смотрите, даже здесь написано, что влияет на волосы, ногти, то есть сами видите, да. Очень хороший. Мне очень понравилось. Я беру не первый раз. Я в прошлом году пропивала. Вообще пью курсами. 3 месяца пью. Могу 3 месяца подождать опять пить. Могу до полгода подождать. Ну, в зависимости от настроения, от состояния и так далее. Ну, я смотрю наглядно, да? Вот. Сейчас я пропила курс также 3 месяца в таблетках. Вот именно коллаген 1-3 типа. Сейчас немножко подожду. Это вообще коллаген, это в моем рационе постоянный, потому что кожа, морщины, волосы, ногти. Я вижу результат. Результат вообще просто колоссальный. Я это вижу. Ну, помимо этого коллагена я принимаю еще другие какие-то вещи. То есть, соответственно, вы должны понимать, что все должно быть в комплексе. Итак, значит, он еще у меня не вскрытый, там порошок, там идет ложечка, вы ложечки разводите, небольшую там одну ложечку, немножко водички добавляете, разводится до кашицы, чтобы не было комочков, все это выпиваете, запиваете водой, и все, и будет вам счастье. Это, значит, что касается коллагена, рекомендую вот именно вот этой фирмы, мне очень-очень нравится. И вот такой вот препаратик ко мне пришел для моей спины, для моих суставов. Это моя болевая точка. Вот. Это доктор Best. Глюкозамин, хондроитин, МСМ. Здесь 120 капсул. Здесь капсулов. Очень удобно пить в капсулах. Это незаметно вообще для нагрузки, для желудка. Как бы очень комфортно. Выпиваю по 4 капсулы в день. Это суточная норма. Здесь вот эта вот баночка 120 капсул рассчитана на месяц. Что мы имеем в составе? Значит, состав у нас идет глюкозамин 1500 мг, хондроитин 1200 мг, МСМ 1000 мг. Значит, мы выпиваем по 4. Можно после обеда, можно чуть подальше после завтрака, потому что витамины я завтракаю, то есть если я на голодный желудок выпиваю коллаген, завтракаю, потом выпиваю витамины 3 штуки, и потом уже там через час, через 2, может быть даже после обеда я выпиваю уже курс, пропиваю глюкозамина. Вот, значит, здесь вот такие вот капсулы, небольшие, очень удобные, маленькие, ну средние, то есть обычные капсулы. Что мы имеем? Вот этот вот доктор Best я беру тоже уже не первый раз. Имею хороший отзыв. Рекомендую. Значит, что происходит? Ваше болевое место, где у вас болит колени, локти, спина, вот в моем грудной отсек, то есть болевая часть, она полностью как бы уходит постепенно. Идет как бы накопительный эффект. Вообще рекомендуется принимать этот аппарат. Не просто вот боль ушла и все, мы бросили. Знаете, я тоже так экспериментировала. Боль ушла, я бросила пить. Через неделю, через две у меня опять это все начало возобновляться. Что я хочу сказать? Если даже боль ушла, все равно нужно пропить, ну, хотя бы 3 месяца, чтобы был накопительный эффект. Здесь имеется накопительный эффект, чтобы вас это потом не мучило. Я не знаю, у кого как, год, полтора, может быть, два, может быть, еще больше. Я пропивала где-то 1.5 года назад, 3 месяца, именно доктор Best, именно вот этот препарат, и меня не мучило около 1.5 лет. И вообще рекомендуется от 3 до 6 месяцев пропивать, ну, 3-4 кто пьет. Но минимально это, конечно, не месяц, ну, хотя бы 2, 3 точно. То есть это нужно пропивать, чтобы был результат долгосрочный, так сказать. Значит, очень хорошая компания, очень хороший состав. Нету никаких ни побочек, по крайней мере, на себе я не испытывала. Хотя я к этому склонна испытывать какие-то обычные вещи. Либо аллергические, либо еще что-то. Вот такая вот, значит, штучка, которая поможет в любом возрасте. Здесь уже надо знать, есть это или нету. Когда у меня в этом году все это началось, я
не дожидаясь посылки, решила пойти в спортивный магазин, так как я занимаюсь спортом, не профессионально, а любительски хожу в спортзал. С моей спиной это невозможно. Вот, и я решила забежать в свой спортивный магазин, чтобы все-таки приобрести, не дожидаясь посылки, вот, глюкозамин хондроитином СМ. Я взяла вот это американской фирмы. Состав, в принципе, такой же, 1200-1200, ну, приблизительно, да, то есть в этом по 3 таблетки, здесь на месяц курс идет. Ребят, здесь еще нужно учитывать, что есть какие-то дополнительные компоненты, которые входят в состав. Здесь, вот, по сути дела, как бы тоже есть дополнительные компоненты, но они практически, наверное, здесь нет. Здесь нет, вот здесь магнезиум. Ну, здесь оболочка из чего капсулы состоит, вот это вот. Ну вот, а здесь тоже есть какой-то дополнительный компонент. Ну, я как бы взяла и взяла. Значит, пропила я 2 недели. Я сейчас рассказываю свой опыт с этим препаратом. Я никогда так не сталкивалась, потому что, как бы, ну, обычно я заказываю Сайхерп, и я уже доверяю, я знаю, что это проверенная, как бы, компания для меня, и все. Я пропила 2 недели, что у меня начало происходить? Происходить то, что началось подниматься давление, у меня нижняя шкала, то есть отвечающая как бы больше за сосудов, то есть если у меня давление 120 на 80, а здесь 120 на 90, день, два, три, это подташнивает, голова какая-то чугунная, кружится и все остальное, я не могу понять, что происходит. И что я сделала? Я сразу почувствовала, что, наверное, что-то не то. И я бросила принимать вот этот препарат, и у меня сразу все прошло. Есть определенные, начала копать в этом направлении, есть определенная индивидуальная непереносимость, в зависимости, какая технология используется при изготовлении этого состава. Насколько я наслышана, что когда изготавливают этот состав, употребляют много, я так понимаю, соли, чтобы это все переработать. И поэтому соль, когда излишки соли, она получается, повышает давление. Но я не знаю, это как вот это вот изготавливают, потому что от этого у меня ничего не происходит. Все замечательно, наоборот, как бы все прям, знаете, счастье. Вот. Но здесь как бы вот не сложилось. Осталось здесь на полмесяца, на 2 недельки. Здесь у нас получается 90 таблеток. Она в таблетках идет, таблеточки. Они небольшие тоже, ну как небольшие, такие вот, ну не совсем большие. Вот, значит, все это я оставила на потом, ну посмотрим, может быть, еще раз дам шанс, может быть, мужу отдам, попробует он. Вот. Ну как бы вот мой отзыв об этом, больше, конечно, я для себя бы это не купила бы.